Привет, я Мария Кравченко, мне 39 лет, я актриса театра и кино, я закончила театральный институт имени Бориса Ивановича Щукина в 20 году. За плечами КВН, Comedy Woman, поэтому, наверное, сейчас я больше все-таки комедийная актриса. В этом году у меня юбилей, 20 лет, как меня показывают по телевизору. Это приятно. Вот. Я сейчас на пути в кино, и хочется сыграть отрицательного персонажа, прям очень отрицательного, потому что там есть харизма, там есть энергетика, там есть нутро, там есть что играть. Ты любому отрицательному персонажу не чуждо, что изначально он был положительным, просто пройдя определенный жизненный путь, он становится отрицательным. И вот этот путь, мне кажется, и самое интересное. Малефисента, Шрек, они всем преподносятся как отрицательные, но на самом деле они же прекрасны. Просто у них был определенный жизненный путь, за который они успели стать плохими. И то плохими для некоторых.